большой собаки, его, наверное, вот такие там. Ну, я сфотографировал. Мне это, видимо, совсем... Вчера снег был? И совсем, он еще даже не окоченел. Это совсем произошло где-то вот даже... Как там погодка у нас? Подкармливали, он придет, посидит, уйдет, потом стало холоднее, он стал надольше задерживаться, ну и вот когда были морозы, наступили морозы, естественно, мы уже не смогли его выгнать, и он уже не хотел уходить, он уж все задерживался у нас на подольше. Мы, честно говоря, нам очень интересно посмотреть на человека, который наябедничал на кота. Люди ждут возвращения, спрашивая, когда вернется кот.